Надо вложить один раз, вложиться хорошо и использовать его на полную мощность. Сейчас основная задача – загрузить стадион тем, кто будет заниматься. И будем это делать. Я, со своей стороны, благодарен за то, что было сделано предложение поучаствовать. Готов со своей стороны не только за свой город отвечать, да, там, муниципальное образование, но и за соседние муниципалитеты – это и Зарайск, и Луховица, и озера, которые непосредственно находятся с нами в шаговой практически доступности, если сейчас уже говорить. Серебряные пруды, Егорьевск, Воскресенск, которые рядом с нами. У нас хорошая спортивная база заложена. Есть люди, которые желают заниматься спортом. Поэтому считаю, что развивать вот этот вид спорта, легкая атлетика, это очень важно для нас. Спасибо.